Поддержку промышленного экспорта и производственных секторов экономики обсудил сегодня Владимир Путин с председателем Внешэкономбанка. Владимир Дмитриев доложил, что несырьевым экспортерам уже выдано кредитов на 330 миллиардов рублей. Этот портфель в ближайшее время может увеличиться еще на 500 миллиардов с лишним. При этом Дмитриев отметил активное участие государства по линии Минпромторга и Минэкономразвития. Начнем, наверное, с поддержки несырьевого экспорта, да? Вы хотели об этом поговорить? Да. Пожалуйста. Если говорить о номенклатуре товаров, то это прежде всего продукция, это прежде всего энергетическое машиностроение, транспортное машиностроение, сельхозтехника, авиация и автопром. Все-таки по вашим оценкам наиболее эффективно, где сработали эти механизмы, на каких направлениях, на каких рынках? Выделил прежде всего рынки Латинской Америки. И прорывным, как мне кажется, прорывной сделкой была сделка по поставке сухого суперджета в Мексику. Там уже устойчивый контракт на 20 самолетов, они летают, летают не только в самой Мексике, но и за рубеж, и клиенты довольны, и главное, что машина подтвердила свою надежность и хорошие ходовые качества и экономику приличную. И сегодня же президент провел встречу с главой Минздрава. Владимир Путин и Вероника Скворцова в преддверии конференции Общероссийского народного фронта по здравоохранению обсудили, как развивается отрасль и ее наиболее острые проблемы.